Я оставался на черепе. Я так понимаю, мне нету смысла здесь оставаться, да? Бежать с вами, бить бабу. Сами бить бабу. Бабу залить как можно быстрее. Там и хватает по количеству людей. Боря, блин, давайте ластрай сделаем, тогда будете уфаться. Как мы поговорим? Давайте лучше киловый трай. Ну там типа это не обязательно убегать там прям настолько далеко, что даже яйца не может быть. Блять, Яйца вот можно быть. с тем, как стоит сейчас яйцо, у РДДшников нет проблем съебать эту катаклизму на 40 метров и бить яйцо. Я не Яйцо знаю, мне стоит такое чувство, что... дальше на 15, сколько там, 20 метров от келя. Яйцо вообще почти никто не бил. По сути, милишникам здесь надо стоять на макс рейнже у Келя. Я не знаю, какое у него вообще рейндж достояния скиллов, но вы вот как примерно, это вот, блядь, работа ебаного Халеона. То есть на макс рейнже от него, чтобы успеть убежать. Я подойду, побью его посохом, посмотрю хитбокс. Литас отхилился на 20 миллионов за то время, что мы висели в воздухе рядом друг с другом. Нужно блять, или да, сразу раньше. Убили постоянно, минус 5 ТДшников минимум было. Бернули сразу опять те, кто бернули, сразу, блядь, от катализма первых же. Я вообще охуеваю. Чисто, блядь, на коте. Здравствуйте, у меня спринт есть, но я не убегу, ну. Сова, сова, так, рыча. Сейчас бьет и при этом не убегает. Танки, готовьтесь на катаклизму, блять, выживать как хотите. Если его чуть-чуть ближе продвинуть, то танк можно отбежать в другую сторону. Давайте запускаем. Ну, пробить, чтобы можно было бежать, подойдем, если что. Ну, Феникс у нас не успевают друг на друга накладываться, поэтому считай, это может Паш, у нас, если не будут умирать от катаклизма, у нас все будет нормально. Ну, у нас не будет, во-первых, они так накапливают. У нас будут дохуя отбежать. И вы, конечно, под конец, блядь, по мане просто нулевый практически. Пятеро. Я тебе про то, что у нас не успевают с нашим ДПС, у нас не успевают стакнуться дебафы. То есть у нас летает дебаф, умирает следующий феникс. Да. Говоришь, что это из-за того, что мы с мертвых. Запускаем. Топ ловит. А вот, блядь, не знаю, как это бабу пробивает или нет? Мне кажется, нет. Олег, да, ты можешь помочь пойти хилить квадрат, только не забывайте стоять там на рынке друг от друга. Я думаю, что да, там было очень победило. Потому что у нас здесь на урона так это клизм. Бот из всех фокусов. Просто все сразу же его зафокусили и вы видите, когда он начинает. ТПМ для инвалидов, я не знаю. Да, инвалид. Нужна же надо призма и метка, и все. Блять, нормально сидим на бус.
Лару дольше выжил. Намного. Здесь 10 костов и 5 таймеров. Ну ты видишь, какая последняя фаза, это пиздец. Ну для миликов нам нужен таймер. Именно когда пиздец. Чтобы они еще до каста начинали съемки. Мне кажется, из-за полетки будет сбиваться. Да, это Паша, он хотел, что там он идет. Мы же в прошлый раз смотрели, когда сяк. Там типа интересно так его кастуют, очень загадочно. Либо хотя бы тогда постфактум каст анонс посреди экрана капсом, блять. Успевает убежать, а кто-то почему-то нет. Ты не такой шустрый. ЛВДшникам проще за счет того, что они на рендже всегда. Я не говорю про ЛВДш, так про милик. То есть на второй фазе стрелы бьем? Там больше нечего сбивать просто. Да, давайте сбивать на второй. Бейте тогда по КД все, наверное. Там по КД не получится. Не, ну вот прям можно сбить, сбивайте. Да, даже насешается, пизда. Или через одну можете бить. Ну это бессмысленно, можете подряд сбивать. Покер. Вы там на боссе сами разберетесь, построить? Или как, или что? Ну если что, зовите. Я свободен, типа. Дима, ты не дамажишь, так правильно. Так, давайте мы, во-первых, определимся. У нас на боссе идет всяко Void, Вордоку. Туда потом присоединяется фанат. А, пускай у нас тогда Гуннер и Бас-Лопата Фениксов. Из меня ловец Феликсов отстой. У меня нет мощного разок урона. Я и фанатизм на Фениксов. Все, хорошо, тогда ты фанатизм на Фениксах, а лопатка уходишь тоже тогда на босс. Потом создать через 4 минуты. А, давай-ка на Борю залей. И 4 минуты, да. И если будет откатывать, но здесь бой, блядь, очень долгий, если будет откатывать, на танков заливать. Рэндж. Да, мы даем две геры за бой. Тут очень длинный бой. Три, может быть. Да. Нет, здесь еще основной момент. Это опять-таки правильно Монг сказал. Когда нас откидывает воздух, мы все должны рэндж набирать друг от друга. Если мы не набираем рэндж друг от друга, он хилится. И весь урон, который мы вносим, это бесполезный кусок говна. Восьмерка. Здесь, по-моему, стандартно они восьмерку, шестерку прописывали. Кстати, у вас такие как хлебушка, то на последней фазе вы можете просто стоять бить фениксов. Уже в НЖ 40 от босса. Нет, такой себе. Пришлите просто на макс ренжа от него. Отдельно подхилить, чем челик, который будет лежать. Да, добавить Феникса очень больно. Там в Сильва смотри, пожалуйста, Пихус и Нарами туда. Можете потягаться с моим главным инженером. Подром. Thank you.
Прохильте. На вордук заливает, да? Да. После миника. Да. Метку. Спиной стан. Нормальная тема, привыкаем. Ну я из-за этого стойки. Настя тоже можешь сделать шаг вперед, стать рядышком с пихом. Пошли раньше сразу. Следите за топорами, сейчас сможете словить кто-нибудь в лицо. Всяко скажешь там, как стопнуть нам. Кубика с кубика прохил. Блин, ты перестаем, ну. Это не достали. Манда, помимо. Блять, Мурлок, почему мы с тобой в ранже? Ты шаг не можешь сделать в сторону, нет? Что? Сейрва, блять, господи, я не знаю, почему вы не следите вообще нихуя за ранжем? А ладно, стопаем милики. Дай пиху инор срочно. Забери. 6 у нас. Уезжаем все. Всяко, забери. Босса цепляет сразу. Сельва по сукубику БР быстрее. Чуть ближе подойдите к нам. Скидывайте. По сукубику закрыл и баф. Саня пошел туда бить. Колик пошел. Хилом. Монару, ты можешь пиху и на кинуть?
Я тоже. Серва, если будет умер, залей, пожалуйста, там. Пиху еще один. Вот один хил здесь. Не справляется. Колик, пиздуй обратно. Всяко будет не на тебе, дай побой ДБР, пожалуйста. Ты так в стороне, чтобы не встал под это. Захил ребал по войду. Чем меняйте здесь? На трех стаках меняйтесь между собой. Скоро катаклизм. Скоро катаклизм, да. Ушли. Может, вы с Мурлока здесь парите? Как Мурлок, блядь, словил? Он бьет этого челика. Переливание для руна. Аккуратно, чтобы переводить, будет очень больно. Вовремя. Выбивают фазу. Пытаемся. Да, раздайте, пожалуйста, сразу им. Каску по хантам, пожалуйста. Да, по возможности. Тихо, сколько когда-то там? Две ок. Он потягиваем тоже след. Минуты еще. Тимура, Монород. Монород, Тимура, Талия. Ты сама или мне? Ты говорю, ты молчишь, ты чего? Феникс Лич. Лич от Лич. Взрыв. Там сбили катаклизм. Угу. Серьезно? Не знаю. Феникса сразу, как только появляется, мы играем через Феникса. Рэндж. Яйцо добить и ранж держим. Кто-то рядом стоит друг с другом. Смотрите, пожалуйста, господа, следите за этим.
уничтожить. Столько мест. Твоя карта бита. Как? Вот так. Слишком близко к Келю был. У тебя 9 стаков хп, которые срезает. 90%. Вверх вниз рассасываться просто и все. Выше нужно? Да, выше. Рядом с ним, чтобы не был. Сейчас упадем. Монаро, дай, пожалуйста, по Мурлоку БР сразу. 3 секунды приземления. Вверх. Грифталия. Алло, прохил. По яйцу играем. Прийти ему каст так не спустится. Ну чё, сбивайся, продолжай. Я лужу под него. Всё нормально. Вы тебя опять сбили катаклизм. Я такой стрела. Стопните по Фениксу. Фениксу больше урона даем. Не больше, блять, мы сейчас двойные стаки будем ловить, Вася. Беру стопнуть, значит стопнуть. 2 секунды. И ловятся. Забирай. 40 это клевен. И рендж набрали сразу. Ох, отец. Паша, Лунар, отбеги немножко назад. Макрос, ты там ряд. Падение, готовимся. 15 секунд еще. Жирлок, лутай стаки, стаки лутаешь, уйди нахуй. Близко стоишь, Мурлок, блядь. Стоит, продолжает стать. Секунда. Все, ушли. По Фениксу сразу. Взрыв в Блэкбери. В стену, быстрее. По яйцу. Я так лезу на шлем. Сейвы свои прожали. Яйцо добиваем быстро сразу. Взрыв, монк. Яйцо добить. И рендж сразу набирайте, и рядом с ним не быть никому.
Подожди, пожалуйста. Мурлок, если откатится СС, залей на кого-нибудь из танков. А, ну, Мурдук залей, 10 секунд. Сейчас упадем, там, по-моему, катаклизм будет. После следующего катаклизма сдадим. Тебя толку, как пишу. Это ребенка. Хуёво. Отвисай. Феникс. Пытаемся катаклизм. Ну, где он? Скоро будет. Катаклизм уфле. Два стака вот взрывного финала у нас висит. Ждем 30 секунд. Следующего феникса пока не заливать ни в коем случае. Яйцо. Играем по яйцу. Два стака говна у нас висит. Я вижу. Играем по яйцу. По фениксу. Яйцо. Гера, даем мне? Уже после падения. Да, после падения. Сейчас поздно, сейчас падение, искажение. Яйцо, 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 болит. И раньше сразу. Приготовьтесь, там, по-моему, сразу пары будут. Феникс. Взрыв. А, шаманчик мой вынес. Катаклизм ушли. Яйцо. Сразу же в яйцо. Геру? Давайте Геру. Феникс, 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 феникс. Взрыв, шам. Феникс добиваем? Да. Обратно, там лужа очень так просвета, неприятно. Катаклизм. Катаклизм ушли. Яйцо долить. Аккуратно с лужами, когда будете выносить. Рэндж.
Яйцо, яйцо, яйцо. Добиваем. Где ТТ? Верхнись. Дохнет, Хельси сам живет. Так, блядь, в кого СС хуйнуть? Тяг, да? В тебя. Кто потопил, смотрите, откатили. Блин, откатился. Кучу. Призываю силу солнца. Феникс. Скоро этот каст будет. Уже скоро будет. Если РДД дальше зареет, Жулупик вынес. И катаклизм сразу. Катаклизм ушли. По яйцу, сразу же по яйцу. Ёптвою, да выносить мою лужу в лужу. Бежала. Ой, косяк. Блять, не достает, блять. Ну, вот там вот он яйцо живо или нет? Нет, там Феникс жив. Ну, вот он сейчас отпрессует. Можно будет быстро сыграть. Повторю, следующий на ком буду этот выносить, вы лужу в лужу выносите. Да выхилишь это, братство? Это выхиливается, Тась. Если две лужи выхиливаются, спокойно. Близко не летаем. Ну, ровно просто. Кто туда есть? Проклятие хаоса не здесь полили. 8 секунд. Ну, если не спалится, оно что-то. Яйцо. Иди далеко туда. Яйцо больше ровно. Да держите его там, просто разверните бы яйцо. Вара поднимаем, да, нет? Да, давай БР поднимем. Феникс добивает. Да. Скоро метка. Катаклизм еще. Блядь, да, я еще пока слили БР. Сильва, вот тебя откатился, дай, пожалуйста, сейчас сразу в ДД и БР. Метка. Живи, Олик вынес, Олик. Еще урон РДД дайте. Да и все, сразу Фениксы. Не успеем до падения, еще одно будет. Право банки послетали, может, на урон дать. В воздухе будет парами стоять. Яйцо. Больше урона. Блять, надо поперебивать по цвету все скиллы. Искажение. Не убьем его. Рендж.
По-моему, сейчас упадем и сразу должен быть катаклизм. Катаклизм нужен. Там просто после будет все. Мастер лут пока летаем. После, да, после. Одинарная лужа лежит, в нее выносите, в одинарную. Живет до падения. Но он не доживет, кстати. Да, кстати. 15 секунд. По-моему, доживет. Доживет. Готовьтесь к тому, что нужно будет убегать, и он доживет. Да, он доживет. Да там уже танки топят. Падение. Визина. Всех КЦ. Да. Вообще да. Приятно. Приятно, приятно. Легчайше для моей жизни. А где потом? Нет, ворону. Нуднейшее, говно на полчаса просто. Да, пиздец, уже глаза просто болят безумно. Кстати, слушайте, расскажите-ка мне, пожалуйста, он по два вот этих проклятия кидал? Почему у меня постоянно только одно? Да, он по два кидал. Спина выпала. Вот, спина, кстати, вам выпала. Игорь, там великом повезло. Больше топовый голова просто. 20 из 10. Как же она хорошо. Стась, я это просто так заберу. На трансмог. Я тоже за просто так заберу. А что за свиток? А или Дарья создает вот эти. Давай рулить за просто так. Лопата. Ты не делаешь трансмоги. Просто лопата. Смотри, у меня штаны затрансмогены. Поняла, а хули вы на офспеке, блядь, все такие решили это? Тася, во-первых, я бегаю с таким же плащом. Во-вторых, если... Я не знаю, кто следующий по приору. Вы... Суккубик. Ну, значит, Суккубику уступлю. Ну, я думаю, что я не дамажу. У меня силки вообще не вложены. Показываю, с каким я плащом бегаю специально для тебя. Как же долго я бегаю просто. Становлю силков. Вложены, понимаю. 3 минуты дрил с собой. Сколько камень поставить? 3. Пипец. Просто 33 минуты. Шлява там вспотели, наверное. Тут уже бас-лопаты без вариантов. Как бы да. 290 у нас по той же цене было, то есть, да? Может так и свернуть. Там есть отдельно скелли или нет? 290 плачу. Да, по 300 будет. Понял. Так, кто у нас вывалился? Так, Суккубик плач и лопатка печенью. Ты не накидывал Суккубику? Нет, еще. Из хилпати сейчас накину. Касс. А, ты накинешь. Ладно, хорошо, накидываю. Касс вывалился. Так, ролл, пожалуйста, дайте мне, господа, на этот... Кто там забирает? Забирает, ты мне в прошлый раз не отдал, считай, теперь мне должно отдать. Прольмите. А про голову? Тогда я с ней. Вообще не почувствую. Ты следующую заберешь. И самое главное. Топовая вещь, да, что выпал? Просто пиздец, блядь, такие длинные бои, что они вообще творят? Их на смотри запихает. Че, давай поменяемся. Может, не выиграем. Там монокрот столько же кинул, понимает, Вася. Да, пожалуйста, всем. Так она еще и красивая ж, пиздец. Чё, ты монокрот столько же, сколько пихать? Тема, дай голову. Да, сколько? Видел? Да, видел. Че? Да я, блядь, а что за свиток? Я петлю дам. Да, блядь, свиток такой же, как с обычки. Там падает просто 5 знаков солнца. Тоже хочу попробовать. Все, 2 выходных. Все. Ты дала на это пихи, хотя монокрота столько же было. Все пропало. Чисто кидало вот так. Вся ЕП. Так, ЕП за ФК Келя. ФК Келя. Понятно. Пошел. Банка, проснись. Нормально.
Так, во-первых. Что случилось? Я нажал, и он пропал. Он мне сразу дался, что ли? Создаю тебе знак. О, портал Тлару. Да, тихо. Так, все, короче, с убийством. Подожди, у нас рейдов больше не будет, давай я сразу стрелю. Иди, стой. Не режь. Пока иди. Да, блядь, вы можете ебаный в рот одновременно не говорить? Еще раз. Не режь, может, соберем еще к чего-нибудь. Там на мейне все равно. А будет. Теперь один вопрос. Там ката еще будет. Один вопросик, ребят, стоп. Mm-hmm. Один вопросик. Сколько раз мы убивали Келли? Один раз. Вот а почему 600 ЕП? Просидел, блядь, 3 дня? Сколько здесь просидел? 3 дня? Ну. Вот, за 3 дня 600. За ФК. ФК? Гильдийская ФК. Ну, вот. Так я не понял, а где ЕП за гильдийской? Вот я же удивляюсь, а где? Я бы 600 дал вообще по-любому. Не, ну честный заслуженный косак. Или сколько там? Да, не надо понимать. Ну хотя бы еще 600 вообще заявить бы. Вы не встретили, господа, блядь, вы 3 дня на нем сидели. Вообще я бы сказала, что день нормально посидели на нем. Плотно. Плотно, нормально день плотно. Сидели, блядь, и убили. Просто блядь, не развешивали. Прям во время боя. На бой, который уже вообще... в принципе убивался. И не один раз. Да не, я тот же всех подкидает на ИП. Ну вот дальше дожить, и будем дальше вас кидать на ИП. Осуждаю. Все роботы были там дополнительные ИП. Давай, косарик, давай. Если бы вы его сегодня не убили бы, да? Роботы взяли ФК, ребята. Залара бы тоже взяли ФК. ЕП. Вот вы убили.